Аztecское золото. Одна из 663 пляшек, что индейцы отнесли Кортесу, как выкуп. Выкуп за кровь, доставленный с надеждой положить конец расправам. Но алчность Кортеса была неутолима. И тогда языческие боги придумали страшное проклятие. Любой из смертных, кто возьмет хоть одну золотую бляшку, обречен на вечные муки. Что сыграть решится, ошибется и с Дэви Джонсом повеселит. Начинается! Начинается! Уже началось! Самыми грозными пиратами испанского Мэна. Не только испанского Мэна, Цыпа.